Эрик считает, что игроки Броков – это друзья Коли Осипова, и что только из-за этого они выиграли награды. Я не знаю, что Эрику ответить. Голосовали президенты клубов, капитаны команд и тренеры. И, ну, мне кажется, у Тудроц, в общем, с другими клубами отношения даже лучше, чем у Броков. Но если люди проголосовали, ну, я не знаю... Не, ну, конечно, можно искать любую теорию там какую-то, но как люди проголосовали, для меня это самого, я удивлялся каждый раз. И тебя это на 100% честно? Ну, если это голосование, то, конечно, честно, а как еще?